Компания Madboy Audio представляет универсальный мультимедиа-караоке-плеер от финской компании Madboy MFP1500. Вы и ваши друзья любите петь. Вы хотите развивать в вашем ребенке музыкальный вкус и вокальный талант. Вы хотите устраивать дома караоке-битвы с качеством звука лучше, чем в вашем любимом караоке-баре? Звучит фантастично, но это правда. Компактный по размерам, но профессиональный по качеству звука плеер Madboy MFP1500 удовлетворит запросы даже самого заядлого караокера. Этот плеер умеет читать все форматы файлов с подключенного к нему вашего планшета или смартфона. Также с флеш-носителя, CD и DVD-дисков и SD-носителей. Скачивайте и сохраняйте свои сборники из интернета. Интерфейс системы прост в управлении и специально разработан таким образом, что разобраться в нем сможет даже ребенок. Просто включите и пойте. Он проигрывает все ваши любимые мелодии, но еще и делает запись отличного качества вашего исполнения в реальном времени. Теперь любое выступление вы можете записать и дать оценить окружающим. И это еще не все. Плеер имеет все функции профессионального микшера. Вы можете регулировать уровни эхо и других голосовых эффектов. Все регулировки интуитивно понятны и просты в настройке. Плеер MFP1500 имеет функцию проигрывания последнего записанного трека. Легко находит нужную песню по алфавиту исполнителей или номеру музыкальной композиции. MFP1500 отлично умеет формировать списки нужных песен. Вы без труда соберете свой альбом хитов и будете наслаждаться любимыми треками. Любите посоревноваться с друзьями и близкими, кто лучше поет? Этот плеер оценивает уровень исполнения и ведет подсчет баллов. Теперь вы точно будете знать, кто из вас звезда голоса. Для этого не нужно ехать на телешоу. Все решается дома, в компании друзей. Управление и настройка караоке-плеера понятно даже тем, кто совсем не дружит с техникой. Хотите настроить микрофоны на разную громкость и тональность? Это проще простого. На передней панели есть два индивидуальных входа для микрофонов. Каждый из них с персональными регулировками уровня звучания.